Квартирный вопрос стал главным на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с уполномоченным по правам человека в регионе Ольгой Гольцовой. По ее словам, в губернии сейчас действует множество программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Их исполнение жестко контролируется со стороны правительства области. Такого не было никогда у нас в Самарской области, как сейчас. Мы активно очень переселяем граждан из ветхого жилья, мы активно с вашей подачи выделяем средства детям-сиротам на приобретение жилья. Кстати, цифры очень внушительные. По словам Дмитрия Азарова, таких результатов удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию между регионом и центром. Для стимулирования темпов жилищного строительства мы неоднократно принимали решения, совместно в том числе с нашими коллегами из других регионов, на рамках рабочей группы Госсовета, и направляли их на уровень федерального правительства, чтобы нам по отдельным категориям граждан также средства выделялись, в том числе федеральные, для того, чтобы очередь двигалась.